насчет акций. Значит, акция, проводимая Solar Group, еще продолжается и будет продолжаться до конца августа месяца. 31 августа акция еще идет, 1 сентября акция завершается. Потому что меня спрашивали, сколько было собрано средств во время акции для инженеров сети. Но я ответ точно дать не мог и сейчас не дам, потому что акция не завершена. Остается еще буквально чуть меньше недели. Поэтому кто решил принять участие, участвуйте. Вот. Думайте, взвешивайте, принимайте решение, потому что подобной акции, наверное, больше не будет. Больше не будет. И тогда уже в начале сентября будут подведены итоги и доведены. Значит, второе. На площадке у нас строительной сейчас новый этап идет. Ролик последний видели. Значит, тепловой контур закрыт. В плане ограждающей конструкции. Основные ворота установлены. Сейчас на площадке идет установка дверей в дверные проемы. Большая часть уже смонтирована, установлена. Даже сегодня были в эркере, стоят. Да. Двери уже установлены. Здание приобретает все более и более завершенный вид. И самое главное, что начали эти работы по гидроизоляции. Большая часть производственного корпуса покрыта в два слоя предварительной мастикой, предварительной изоляцией. И в инженерном отсеке, где будет стоять прибор учета и ввод теплоносителей, там сейчас идет подклейка основного слоя технониколя, гидроизоляции. Только что туда вернулись. Работают горелки, греют, наклеивают. Идет полным ходом. И я надеюсь, что в середине следующей недели можно говорить, надеюсь, о том, что можно будет заливать уже защитный слой бетона и уже раскладывать арматурные сетки и формировать пол в тех помещениях, в которых будет находиться оборудование для подключения теплоносителя к зданию. То бишь вопрос о подготовке работ, ну, по подготовительных работах по подключению тепла, здания ведутся, идут полным ходом. Вот, акция продолжается, август месяц еще не закончен. Я думаю, что этот август для проекта должен быть достаточно успешен. И я надеюсь, что благодаря активности нас всех вместе мы подойдем вплотную к решению вопросов инженерных сетей и подачи тепла в здание. Если мы это сделаем, можно говорить, что Рубикон перейден окончательно без поправок.